Давайте я вас троих сниму, давайте. Давайте лежать. Да. Да, я знаю, Так, еще разочек. Улыбаемся. Все, хорошо. Снимите меня на мой фотоаппаратик. Ну, знаете, вот на кнопочку, только надо туда смотреть глазок. Ну, куда глазок? Сейчас, а? Ну, в этот раз за 2-3. Само спасибо. Еще. Щелкай, много раз щелкай. Вот спасибо большое вам. Спасибо. А то я всех снимаю, а сам меня нету. Thank you.
родные, почувствовали вашу любовь. Так здорово. Ну и следующая песня, мы прощаемся с вами сегодня. До свидания, скажем вам. Она, говорят, что именно она спасет мир. Посвящается на всем прекрасным девочкам, девушкам, женщинам, которые здесь есть. Белорусские девчонки самые красивые. Называется она «Красота!» Громче, группа Лермонт. Еще раз с днем рождения, МТС! Спасибо, что пришли на наш праздник. Друзья, я еще раз, наверное, повторю. Объясню, как можно попасть сегодня в эту фан-зону, чтобы смотреть на хедлайнеров и на артистов, которые на сцене с максимально близкого расстояния. Купончик, я не знаю, я уже куда-то потерял, да? Смотрите, у нас есть активации, их 6. На этой площади нужно подойти, поучаствовать в конкурсе, поставить печать, обойти все, и потом с купончиком вот в палатку, там написано VIP-зона, по-моему, да, проход в фан-зону. Ваш купон попадает в лототрон, я его, конечно, вытащу, и вы будете смотреть праздник вот отсюда. А сейчас я со своей
красивой девушкой, правда, да? Красиво. Мужчины, поддержите мою инициативу аплодисментами. Это Юля. Она за мной носит чемоданы сегодня. Мне приятно, я чувствую себя некоторым альфонсом. Я с папочкой, с микрофоном, она с пакетами. Сейчас мы немножко поиграем. Есть ли среди присутствующих влюбленные парочки? Мальчик и девочка. Если есть, можно сюда проходите. Три пары, мальчик и девочка, да. Проходите сюда. Ребят, пропустите, пожалуйста. Сюда, да. Так, одна пара есть, проходите туда, вот сюда, чтобы вас видели. Вторая пара. И еще одна пара. Есть влюбленные. Нет, не те, которые договорились в процессе праздника, а именно влюбленные. Есть еще. Ребят, вот здесь, поэтому кто ближе ко входу. Все, готовы, да? Раз, ребят, проходите в центр. Вы будете участвовать в первом конкурсе. А для второго мне нужно три человека любой национальности и возраста, которые умеют стишки писать. У кого с рифмами все хорошо? Можно сюда выходить? Да, вот сюда, через вход. Так, молодой человек, можно? Так, секундочку. Вот, девушка прыгает сюда, подойдите, пожалуйста. Да. Попрыгунья которая. Попрыгунья, сейчас. Вот, попрыгунья. Так. И давайте мы вдвоем, девчонки. Да. Вкуснятина. Значит, что сейчас будет происходить? Обратите внимание. У Юли очень много подарков. Сейчас мы это все раздадим. Значит, участники конкурса «Буриме». За мной. Давайте аплодисменты и поддержим, ребят, чтобы не стояли, а то у нас какая-то тишина непонятная. У нас такой большой грандиозный праздник. Итак, внимание. Участники конкурса номер 2 получают задание, то есть лист бумаги, кажется, ручка, которую улыбаемся, можно потом спереть. О, молодец. Ну, как бы в качестве сувенира. Значит, ребята, записывайте задание. Рифмы такие. Оператор, оратор. Могу спину подставить. Да. Оператор, оратор. Риф, тариф. И рассад, колбаса. Праздничные такие рифмы, вы зависите, да? Риф, тариф, рассад, колбаса. Записали? Роса. Знаете, что такое роса? Слава Богу. Так, не записали, посмотрите. Ручка не пишет совсем. Сейчас вот, смотрите, какая у меня быстрая Юля. Она метнулась, купила вам новую. Оратор. Сейчас быстренько запишем. Переписывайте пока вот папочки мои. Юля, подержи, пожалуйста. Значит, ребята, у вас есть 5 минут, чтобы придумать праздничное поздравление для всех присутствующих, используя вот эти рифмы. Можете в сторонку отойти. А сейчас мы будем разбираться с влюбленными парами. Что такое? Любишь ее? Честно? А как ее? Вика, точно? Верю. Вы давно уже? Месяц? Или только что? Нет? Нет, но здесь я вижу все серьезно, когда мужчина в такой панамке. Я так понимаю, здесь долгие годы любви, как минимум 10 лет, как РТС. Аплодисменты, пожалуйста, нашим парам. Значит так, девчонки, вы сейчас будете получать наслаждение. Я буду подходить к каждому из мужчин. Вы должны будете произносить какие-то, я не знаю, яркие комплименты своим дамам. Нужно будет это делать быстро. Если кто-то вдруг забыл, что-то растерялся, мы вас под стук собственных копыт проваживаем из нашего конкурса. Останется здесь самый словоохотливый, ну и, разумеется, хитрый, наверное. Ну что, готовы? Очень красиво.